Всем привет, меня зовут Виктория. Сегодня я буду готовить пасту с креветками. Если вы любите креветки, то присоединяйтесь ко мне, будем готовить вместе. Преимущество этого рецепта в том, что готовится все очень быстро, требуется минимальное количество ингредиентов, и такое блюдо подойдет на обед, на ужин или на праздничный стол. Если рецепт вам понравится, не забудьте подписаться на мой канал и ставьте лайк. Для приготовления этого блюда нам понадобится, конечно же, спагетти, чеснок, сливочное масло, креветки. Точное количество ингредиентов вы найдете в описании под видео. Сливки, у меня 18% жирности, перец, базилик, сок лимона. Если у вас нет свежего чеснока, то можно заменить сухим, соль и петрушка или укроп, любая зелень, какая у вас есть. Если у вас креветки свежие, то их нужно предварительно отварить и очистить. У меня уже отваренные креветки. Для начала нарезаем зелень и чеснок. Затем выкладываем на сковородку сливочное масло и чеснок и немного обжариваем и добавляем креветки. Солим их, перчим и продолжаем обжаривать. Немножко можно добавить сухого чеснока, у меня недостаточно было свежего чеснока, я добавила немного сушеного. Хорошо перемешиваем. Добавляем базилик или другие специи по вкусу и сливки. У меня 18% жирности сливки, но можно добавить любой жирности. И на небольшом, на таком, на среднем огне продолжаем немного обжаривать креветки уже в соусе. Время от времени помешиваем их. Добавляем немного сока лимона и зелень. Вместо сока лимона можно добавить немного белого вина. Немного перемешиваем и оставляем еще на недолго тушиться. Ну, буквально минуты на 3-4. Все готовится очень-очень быстро. Это блюдо я готовила на ужин, поэтому на ужин я приготовила салатик из помидоров, огурцов и сварила, конечно же, спагетти. Салатик, если вы хотите тоже приготовить к вашему ужину, солим, перчим, добавляем немножко чесночка, растительного масла, зелень и хорошо перемешиваем. Это такая небольшая идея, небольшой бонус, но это совсем просто. К вашему ужину спагетти берите хорошие, твердых сортов, те, которые варились минимум 7-9 минут. Пробуем, не нужно их переваривать, потому что получается невкусно. Убираем лишнюю воду и смазываем их сливочным маслом либо маргарином. Сервируем блюдо к нашему столу. Сначала выкладываем спагетти и сверху накладываем креветки соусом. Также это можно перемешать все вместе. Макароны перемешать сразу с креветками и соусом. Количество соуса регулируйте сами. Если вы любите побольше, значит надо побольше налить сливок. На моем канале есть другие рецепты с креветками, салаты, закуски. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Если рецепт вам понравился, поделитесь видео с друзьями. Спасибо, что были со мной. Всем желаю прекрасного настроения, приятного аппетита и до новых встреч!